месяца. Обеспечить честность и прозрачность. Общественная палата Самарской области ведет масштабную подготовку к выборам, которые пройдут в сентябре. С 11 марта в регионе работает общественный штаб. За это время подготовлено свыше 5000 независимых наблюдателей для работы на избирательных участках. Об этом рассказали на заседании общественной палаты с участием губернатора Дмитрия Азарова. Все мы понимаем, какая ответственность есть перед нами, совместно с общественной палатой, с депутатским корпусом, с партиями, которые будут участниками этих событий, по достойному проведению выборов. Безусловно, все мы заинтересованы в проведении честных, справедливых выборов. И огромное значение здесь имеет организация общественного контроля за ходом предвыборной кампании и за ходом подсчета голосов. Задача общественных наблюдателей – обеспечить контроль за законностью действий всех участников избирательного процесса и подсчета голосов. Выглядеть это будет так. В каждом муниципалитете назначаются кураторы. Также будет работать экспертная мобильная группа. При поступлении с какого-либо избирательного участка сообщения о возможном нарушении, мобильная группа сможет оперативно дать оценку происходящему и помочь в решении проблемы. За 3 месяца работы штабу принято участие в 41 мероприятии, среди которых 2 заседания членов штаба было проведено, 3 заседания Центра управления и анализа, в рамках которых были приняты решения о кандидатурах руководителей, координаторов группы центров, утвержден план мероприятий штаба. Единый день голосования в России наступит 19 сентября. В Самарской области одновременно пройдут выборы депутатов Государственной думы и Губернской думы. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.